Итак, друзья, теперь мы с вами будем выкладывать контуры наших цветочков. Вот эти вот. Это тонкий граненый шнур, где-то, наверное, в миллиметр толщиной. Можете использовать какой-нибудь такой же тонкий сутажку, вот таких шнуров нет, либо выкладную нитку золотую, которую вот мы выкладывали, например, вот эти места. У кого нитка тонкая, возьмите 2-3 нитки. Просто 2-3 нитки в прикреп будем выкладывать. Все это мы будем выкладывать на цветочках и на контуре нашей бабочки. На ее крылышках. Да? И после этого мы с вами сделаем трунцалом выкладку, что когда у нас уже будет готовый контур. То есть на двух цветках и на бабочке. Нам понадобится игла с большим ухом и тоненькая обычная бисерная иголка в прикреп пришивать. Нитки, которые мы будем пришивать в прикреп, мы берем в тон нашего шнура. Обычно в золотую. Для прикрепа золотых ниток берут или горчичный, или желтый цвет, если у вас желтое золото. Если вот такое золото, то горчичный обычно берут нитки. Вот. И будем с вами выкладывать прикреп. Так, первое, что мы с вами делаем, мы вставляем наш выкладной шнурок в иголку с широким ухом. Делаем это для того, чтобы спрятать кончик на изнанке. Прокалываем наш цветочек и уводим хвостик на изнанку. Все, иголку вытаскиваем, кладем сюда. Хвостик подтягиваем, чтобы не очень сильно было. И теперь мы будем с вами выкладывать. Пришивать мы все это будем, как я уже говорила, ниткой в тон. Мы с вами будем пришивать одинарной ниткой. Вообще, конечно, по правилам всех прикрепы стараются пришивать двойной, но из-за того, что здесь просто мелкая работа, будет очень видно все, мы с вами аккуратно будем работать одинарной ниточкой. Фиксируем наш хвостик. Прямо хорошенько прокалываем шнур. С двух сторон, с одной и с другой, чтобы у нас хвост зафиксировался. Когда нитка в тон, то стежков этих будет не видно. И теперь... Если вы посмотрите, здесь на шнуре есть скрутка, да, он витой. Мы будем с вами в прикреп по скрутке делать. У кого, кто использует просто металлизированные нитки в несколько сложений, просто делаете перпендикулярно линии нитки прикреп. Мы с вами выходим. И по витку, по направлению рисунка, да, по косой, мы выкладываем ниточку. Раз. И через 4-5 миллиметров следующий стежок. Если у вас остались вот эти серые наметки наши, которые мы использовали при переводе рисунка, то вы можете шнуром этим их закрыть. Какие-то, если огрехи у вас есть на кончиках, вернее, на краях листиков, тоже можно будет все это закрыть. И прямо идем по рисунку, вот поворачиваем, да, аккуратненько. Вкладываем все это, придерживаем руками выкладку. Единственное, что мы с вами не будем выкладывать, это листочки, лепестки, точнее, цветка, которые у нас отдельно сделаны. Три лепестка и один листик. Потому что в данном случае нам, так как мы будем это все гнуть, нам там прикрепный шнур не очень нужен. Поэтому мы будем выкладывать без него. То есть мы выкладываем с вами обязательно оба цветочка на воротнике.
и бабочку. Но если кто-то очень хочет, то можете, конечно, выложить и лепестки, которые объемные будут. Хуже не будет, я думаю. Здесь вот я пальцем потрогаю, да, у меня все очень крепко держится, мой шнурок. Старайтесь прикреп укладывать так, чтобы он не был виден у вас на вышитых лепестках. То есть он должен быть исключительно на нашем прикрепочном шнуре. Нигде его больше видно не должно быть. Прикреп, в принципе, идеальный прикреп его за счет нитки в тон и тонкости выкладки его не видно. В работе. То есть вы видите пришитый шнур, но вы не понимаете, как он пришился, если вы не знаете эту технику. Вот мы доходим практически до конца первого лепестка. И сейчас мы будем с вами делать поворот, потому что мы контур будем выкладывать полностью у всех лепестков. То есть у нас два лепестка рядом находятся, да, и, следовательно, два контура тоже будут находиться рядом. Для этого мы с вами сейчас будем поворачивать нашу прикрепочную нитку, тоже хорошо ее фиксировать. Вот мы дошли до основания. И теперь мы наш шнур с вами вот так вот поворачиваем. Получается петелька. Плотно-плотно ее прижимаем к предыдущей выкладки и хорошенько фиксируем. Да, нам нужно, чтобы они лежали максимально плотно друг к другу, чтобы не вот эта выкладная нить у нас с вами была плотная. И дальше мы идем также, прикладывая ее плотно. Друзья, когда вы выложите все абсолютно контуры у нашего цветочка, вот в этом месте, когда вы дойдете шнуром, да, сейчас дальше просто будет на ускоренной съемке все это выкладываться, когда мы с вами доходим до этого места, мы оставляем хвостик 10 сантиметров, отрезаем его, вставляем в иглу и уходим вот сюда иглу, чтобы нам спрятать хвост. То есть запоминаем, что в этом месте мы с вами не выкладываем прямо до конца, вот в этом месте мы останавливаемся, да, и отрезаем нитку. Все, чтобы никто потом не мучился с прятанием хвостов. Итак, мы дошли с вами до последнего лепестка. У нас осталась только вот эта часть.
Поэтому мы с вами делаем следующее. Мы обрезаем наш шнурок. Вставляем его вот в таком состоянии, еще не дошитом, в нашу иглу. И уводим хвост в основание. Все. Утягиваем немножко, вытаскиваем иглу и теперь выкладываем прикреп спокойненько и дошиваем. Все, и хвостики у нас стоят с той стороны. Потом на изнанке мы их аккуратно подошьем и обрежем, чтобы лишнего ничего у нас не оставалось. И теперь, когда мы дошли до конца, вот это наше место, куда ушел хвостик, мы его тоже хорошенько подшиваем несколькими стежками, чтобы он у нас крепко держался. Все, цветочек наш готов. Дальше мы перейдем на выкладку бабочки.